Привет. Рая и Сису защищаются от Друна. Привет, Рон. Не может быть. Мне просто показалось. Рон, присаживайся. Фух, нужно смотреть меньше мультиков. Намари, посмотри на этот магический шар. Прекратить разговоры. В прозрачной сфере термопистолетом прожигаем отверстие. Изнутри рисуем дракона. Раскрашиваем красками для стекла. Наносим фоновый слой. Помещаем внутрь брелок-фонарик. Фиксируем сферу на подставке для глобуса. О нет, волшебный шар! Разбился! Не могу дышать! О да! Я переродился! Теперь ваш учитель Друн. Решайте задачу. У вас есть 5 минут. Я придумала занятие повеселее. Вперед! Дракон готов, как настоящий. Это дракон. Упс, мне пора. Что вы сделали с этим студентом? Что? Почему такая плохая оценка? Сису, не нужно грустить. У меня есть волшебный амулет. Полимерную глину раскатываем между ладонями. На пергаменте придаем форму дракона. Стеком продавливаем рельеф. Запекаем по инструкции. Окрашиваем акрилом. Из ластика вырезаем кристалл. Вставляем в центр амулета. Добавляем шнурок. Его магия может исправить оценку. Мистер Друн? Никакого мошенничества. Это была не лучшая идея. Отвечать у доски выходит Рая. Я? Точно? Назови фундаментальное понятие теории струн. Это... Сису, выручай. Я не знаю. Сису, ну что там? Достаточно. Вот что я делаю с теми, кто не готовится к уроку. Отправляйся к другим окаменевшим студентам. Из фоамирана вырезаем лепестки. Формируем из них цветы. Приклеиваем магнитики. Тонируем акрилом. Добавляем сердцевинку из тычинок. Почтим цветком память бывшей лучшей студентки года. Какой сложный тест. Ты уже ответила? Я ничего не понимаю. А ты? Время вышло. Сдавайте работы. О нет. Магические осколки, защитите нас. Злой Друн изгнан. Победа. Но тест все равно нужно сдать. Никаких подсказок во время теста. Друн очень злой учитель. Ошиблась. Есть корректор? Нет. И что делать? Вау, дракончик Сису, как всегда, пришла на помощь. Из проволоки моделируем каркас дракона. Суставы фиксируем термоклеем. Из подводки делаем баночку для корректора. Приклеиваем на место головы. Из фольги формируем объем. Из полимерной глины моделируем голову дракона. Покрываем глиной весь корпус. Придаем лапкам рельеф. Добавляем шипы. Запекаем по инструкции. Раскрашиваем акрилом. Из шерсти для валяния делаем гриву. Спасибо, Сису. Ты очень вовремя. Упс. Ай, можно поаккуратнее? Прости. Дай 5. За парту. Привет. Привет. Кажется, я ошибся классом.
А это похоже на мою аудиторию. Холодное сердце. Мне пригодится теплая одежда. Карандаш сломался. Так не вовремя. Есть точилка? Конечно, держи. Из воздушного пластилина лепим голову жука. Приклеиваем к точилке подходящей формы. Из фоамирана вырезаем крылья. Делаем вторую пару из фотофильтра. Фоамиран нагреваем утюгом, чтобы он приобрел нужную форму. Точилку и пластилин окрашиваем акриловыми красками. Приклеиваем крылышки. На задней части глиттерным контуром рисуем спираль. Внутрь помещаем светодиодную лампочку. Такая милая. И такая удобная. Рая, подойди ко мне. Что на этот раз? Отдай мне жука. Никаких насекомых в классе. Ай, помогите! Ха! Учитель явно не знает, как выглядит жук-пук. Ты, вон из класса. Немедленно. Как скучно. Сейчас засну. Не спать на уроке. Ого, Сису уже спит. Замаскирую подружку. Никто не спит. Из искусственного меха вырезаем детали головы дракона. Склеиваем застежкой молнии. Окрашиваем разведенной краской для ткани. Приклеиваем детали из фоамирана. Добавляем гриву из цветного каниколона. Из цепочки делаем ручку. Дракон? О, нет! Что это с ним? Ему нужно помочь! Очнитесь! Я видел дракона! Это всего лишь сумочка. Что с этой ручкой? Совсем не пишет. Рая, есть ручка? Из фоамирана вырезаем меч. Делаем две детали. Обклеиваем ручку. Колпачок оборачиваем фоамираном. Раскрашиваем акриловыми красками. Украшаем декоративным камнем. Спасибо. Вау! Не ручка, а настоящий меч. Мне подходит. Меч не только красивый, но и острый. Я первая закончу этот тест. И что ты сделала с тестом? Отметила ответы этой ручкой. Тест не засчитывается, и ручку я забираю. Эй, это моя ручка! А сейчас урок рисования. Что? Его не было в расписании. И чем рисовать? Нужны карандаши. У меня есть наручи. Из фетра и фоамирана вырезаем одинаковые детали. На фетр приклеиваем атласную ленточку, формируя отделение. Крепим ленту-липучку. Вставляем карандаши. К липучкам приклеиваем деталь из фоамирана. Декорируем внешнюю сторону узором из фетра и декоративных камешков. Шнурочком обшиваем края. Приклеиваем текстильные резинки. Делаем вторую деталь. Карандашей хватит всем. Спасибо. Девочки приступили к работе, но их рисунки выглядят необычно. Вот мой рисунок. И мой. И мой. Не может быть. Волшебный шар. Я погибаю. Фух, что это было? Ура! У нас получилось! Понравилось наше видео? Тогда напиши в комментариях, что понравилось тебе больше всего. Жук-точилка, кулон в форме дракона или сумочка Сису?
И не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые веселые видео на канале Трум-Трум.